Дорогие друзья, разрешите вас приветствовать на нашей конференции, на нашей уже, я смело могу сказать, традиционной конференции. Сегодня у нас третья конференция проходит вот в таком формате, но уже не в таком, потому что мы все равно развиваемся. Я, конечно, хотел бы отметить, что с каждой конференцией мы движемся дальше, и в этом году наша конференция, она больше образовательная, с возможностью получить документы образовательные. Я хотел бы сказать, открывая нашу конференцию, что спасибо, во-первых, всем, кто здесь присутствует, кто приехал. Спасибо организаторам, а организовывал коллектив очень большой. Это не только коллектив Института онкологии Петрова, это и наши коллеги из Британии. Они сегодня здесь присутствуют, они традиционно участвуют. Не то, что участвуют, они организаторы наших мероприятий. Наши коллеги есть из Бельгии, из Португалии, из других стран, из стран СНГ, из других городов. И я вижу лидеров в этом направлении наших московских коллег. Всем большое спасибо. И я хотел бы еще сказать несколько слов о том, что наша конференция, мы вот в том направлении, которое мы сегодня будем обсуждать на этой конференции, мы двигаемся, ориентируясь на современные достижения в мире, очень активно. И нам очень важно, что мы помним о том, что было сделано до нас. Мы помним своих учителей, помним то, что внесли наши профессора существенно в развитие этого направления. И нашу сегодняшнюю конференцию мы посвятили Юрию Александровичу Мельникову, нашему отечественному. Я, наверное, правильно скажу, человеку с мировым именем в хирургии, в онкологии. Человек, который поистине достоин вот работы в Институте онкологии, потому что у него есть достижения и в экспериментальной онкологии, и в хирургии, и многие наши ведущие специалисты нашего института считают себя учениками Рюрика Александровича. И мне очень приятно, что сегодня присутствуют многие, кто знал его, кто считает его своим учителем. Мне очень приятно видеть родственников Рюрика Александровича, его супругу, его детей. И я могу сказать, что мы, сотрудники института, помним его. Мы с достоинством продолжаем то направление, которым он занимался. Спасибо. Я надеюсь, что сегодняшний день будет очень плодотворный. Нашим гостям будет уютно, комфортно в городе, в этом зале. Мы постарались сделать так, чтобы конференция была современная. Идет прямая трансляция по интернету и из операционных. И все, кто что-то не успеет в силу разных причин, весь материал и по мастер-классу, по докладам, может потом найти на сайте нашего института. И я слово нашему главному ведущему Алексею Михайловичу Карачуну. Алексей Михайлович, вам слово.